Чемпионат по пляжному волейболу пользуется большой популярностью среди молодежи. Вот уже несколько лет подряд команды выясняют, кто же сильнее. Одинцова, Кубинка, Успенка, Руза, Москва, Власиха. С каждым годом мастерство спортсменов растет, а вместе с тем повышается азарт. Перевес оказывается то на одной, то на другой стороне. Ребята сегодня заявились, порядка 12 команд. Основной вид спорта у нас, конечно же, пляжный волейбол. Из года в год это уже традиция. Я вижу уже тех ребят, которые здесь соревнуются, за призовые. Уже у них какие-то личные тут, скажем так, амбиции идут. Уверен, сегодня будет более жаркая борьба, которая, скажем так, любую погоду уже покажет, как самую ни на есть жаркую и летнюю. Спорт для Успенского – это особая тема. На территории открыты разнообразные спортивные объекты, которые ежедневно посещают жители всех возрастов. В поселении немало чемпионов России и Европы по разным видам спорта. Ну, спорт у нас на первом месте, потому что у нас очень много площадок, как и хоккейных, так и футбольных, волейбольных. Постоянно, ну, круглый год молодежь занята спортом, постоянно во что-то играют. Пляжному волейболу повышенное внимание. На территории оборудованы две профессиональные площадки. Сюда приходят спортсмены и любители. Выяснить, кто сильнее, или просто поддержать хорошую физическую форму. Игры на свежем воздухе, тем более в таком живописном месте, на берегу Москва-реки, притягивают многих. Пляжный волейбол больше зависит от тебя, чем в классике, потому что играешь все-таки вшестером, а в пляжном волейболе вдвоем. И, допустим, с классики ты выходишь даже, ну, иногда не вспотел. А пляжный волейбол, ну, просто люблю пахать вот прямо вот вдвоем. В этом году перевес был на стороне молодых. Команда Кубинки оказалась сильнее и выносливее остальных. Второе место у Власихи, бронзу взяли спортсмены из Рузы. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».